Так, голод 40 дней. Виталь, я думал, он умрет, бедолага. Ну что? Это ж было давно, видите, вот я не умер. Жив-здоров. Так, голод 40 дней. Звук нормально сделать не можете, что ли, других блогеров посмотрите. Вот, скажите, как научиться контролировать свои чувства. Я постоянно переедаю. Так, это голод, когда писался 40 дней, 2004 год, никаких особых там камер не было, что было там, и писал, потому что не без сути. Так, научиться контролировать чувства, я постоянно передаю. Отсылаю на свой сайт Малахов Про, смотрите, там различные статьи, как их чувства контролировать, откуда они в первую очередь возникают, надо понимать. Что движет ими, а потом уже чувство начинает вас куда-то тянуть.